Клянусь Аллахом, у которого нет сотоварищей. Он нас любит. Любит нас, раз наделил нас милостью познать Его. Любит нас, раз наделил нас милостью вставать в молитвах перед Ним. Любит нас, раз наделил милостью совершать Ему земной поклон. И когда ты понял, что Аллах тебя любит, не следовало бы тебе, брат мой, ответить Ему взаимной любовью? Почему ты не ответишь Ему взаимной любовью? Наши сердца должны быть переполненными любовью к Аллаху. Когда твоим сердцем овладеет любовь к всемогущему Аллаху, эта любовь изгонит мраки искушений, и в твоем сердце не останется места для чего-либо еще.